следующий томат это кера. Кера это тоже идет томат в форме бочонка, сливкообразный. Вес его 120 грамм. По особенностям куста, в принципе, я уже сказал, да, что кусты все компактные, но у кера очень хорошо выражен ярко-красный цвет. То есть у него глянцевый налет идет. Кера это тоже средний томат, тоже срок вегетации у него 100-110 дней. Про него долго рассказывать не буду. В принципе, по характеристикам он практически такой же, как Апгрейн. Единственное, что крупнее плод и ярче выражен цвет. Можете подойти ближе, кому интересно посмотреть, потому что, наверное, туда не видно. То есть он глянцевого такого ярко-красного глянцевого цвета, то есть товарный вид, вот мы его рекомендуем для выращивания на свежий рынок. Потому что свежий рынок любит томаты чуть покрупнее. Это супермаркеты, это вот сеть Фози в прошлом году. Фермера, которые работали с нами, выращивали этот томат, работали с Фози. То есть он им понравился, ну, самим менеджером супермаркета. Понравился цвет, то есть на витрине он выигрывает по сравнению с другими томатами своим глянцевым цветом. То есть томаты идут трехкамерные, хорошо хранятся, хорошо транспортируются, как говорится, доедет и в Беларусь поедет, и в Польшу поедет, если есть возможность экспорта. И вот тоже, видите, вот здесь получается между, на этом поле междурядка где-то, наверное, 1,40 м, 1,50 м. Дорожек нет, опять же, что весь томат находится, это уже под конец срока вегетации, листики на листья уже начали чуть увядать, но в любом случае видно, что томат весь находится под листьями, то есть кисть не выращивает наверх, кисть находится внутри куста. Вот это размер куста, где-то должен быть. Тоже вяжет получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 плодов на кусту. То есть продуктивный томат, тоже урожайность может превышать 100 тонн с гектара. То есть вообще, в принципе, по урожайности все томаты ССМ при хорошей агротехнологии 100 тонн с гектара можно убирать. Единственное, вот апгрейд, его можно, конечно, свыше потенциально, свыше 100 тонн с гектара. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.